обзор очередного свежего, пахнущего типографской краской номера «Одинцовской недели». Федеральные новости. Владимир Путин потребовал удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог в России. Новость региона. С 1 апреля, и это не шутка, в Подмосковье стартует месяц чистоты и благоустройства. В порядок предстоит привести дворы, общественные территории, отремонтировать дороги и устранить последствия подтоплений. А еще в Московской области стартовал сезон проката электросамокатов, но уже по новым правилам дорожного движения, введенным в действие с 1 марта. Какие теперь есть права и обязанности у владельцев и арендаторов средств индивидуальной мобильности, читайте в «Одинцовской неделе». Областную повестку дня о начале сезона всеобщей уборки поддерживает повестка муниципальная. В Одинцовском округе объявлен месячник чистоты и благоустройства. Все на апрельские улицы, дорогие земляки, будем прибираться после зимы, поскольку это традиция всех северных стран. Отдельной темой разговора на совещании у главы округа стал ямочный ремонт и его эффективность. Заплатки на дороге ставить надо, иначе не проехать, но проблема состоит в их недолговечности. Кроме того, на контроле у муниципалитета качество капитального ремонта школы в Кубинке, интерната в Старом Городке, детского сада в Одинцово, поликлиники в Ромашково. А вот амбулатория в военном городке Кубинка-1 уже заработала и принимает пациентов. У Одинцова прошел крупный форум врачей-онкологов Центрального федерального округа. Наш город они выбрали потому, что в Одинцово есть что показать. Центр амбулаторной онкологической помощи оснащен по последнему слову медицинской техники. Планета отметила День театра, а в Жаворонках благодарные жители поздравили с юбилеем Ольгу Кобецкую, основательницу и главного режиссера театра «Крылья». Если кто-то еще не видел спектакли этого театра, настоятельно рекомендуем. Театр молодой, живой, красивый, не пожалеете. А Ольгу Николаевну с днем рождения! Жители города и окрестностей с удивлением обнаруживают, фотографируют, записывают на видео необычных гостей. Зайцев, лис, бобров, ласок. Что происходит? На этот вопрос отвечает председатель Одинцовского общества охотников и рыболовов Гурий Наумов. Интервью с ним получилось большое, обстоятельное, полный текст можно прочитать на сайте нашей газеты. Микрозелень на подоконнике. Экономику этого домашнего агробизнеса анализирует Елена Щукина. Она познакомилась с жителем Трехгорки, у которого все получилось. Может быть, получится и у вас? Попробуйте. Та же Елена Щукина разбирается, почему так популярен у молодежи персонаж, ставших культовыми фильма «Семейка Адамс» и сериала «Уэнсдей». Девочки по имени Уэнсдей. Немигающий взгляд, черное платье или пластика ее загробного танца. Любопытно. А в гостях у подкаста «Сами мы не местные» фокусник Сергей Листопад. Однажды он влюбился в девушку из Одинцова, да так у нас и остался. Жанр иллюзий был его хобби, а теперь стал профессией. На странице происшествий обращает на себя внимание история с наездом на пешехода на улице Маршала Неделина. Казалось бы, невозможно было не увидеть группу людей на пешеходном переходе, но это произошло. Будьте внимательны и водители, и пешеходы. Не забываем разгадать сканворд «Одинцовской недели», ознакомиться с телепрограммой и афишей культурных событий округа на предстоящие 7 дней. А журналисты уже начали готовить для вас следующий выпуск «Одинцовской недели», которую вы, как всегда, сможете взять в фирменных стойках распространения или прочитать в интернете. До новых встреч!